Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что пришли с нами разделить этот замечательный праздник, потому что сегодня мы провожаем лето. Лето было у нас потрясающее в стране. Это особенно знают те, кому не посчастливилось из этой страны летом уехать. Тем не менее, лето — это как наша жизнь. Вот оно такое, какое было. Сегодня мы решили сыграть два отделения. Ну, потому что мы открываем осенний сезон. В первом отделении мы сыграем нашу замечательную, огнедышащую, опаленную сибирскими морозами сибирскую сюиту, премьера которой состоялась 25 мая в планетарии московском. Она совпала с выходом нашего альбома «Сибирская сюита», который вышел, кстати, на виниле. Первый раз за 25 с лишним лет Туса Берин что-то выпустил на виниле. Ну, мелодии не успели, но вот сейчас уже выпустили. Вот, а потом мы сделаем перерывчик минут на 15 и сыграем наши серебряные, золотые и пару платиновых хитов. Вот, поэтому всем приятного вечера. Чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, если кому-то что-то нужно, диски там вот на кассе, музыканты на сцене, Юрий Матвеев. Он отвечает за гитару. И Артем Якушенко, который вкусно берется, отвечает за скрипку. Наслаждайтесь, друзья. Хорошего вечера.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Юрий Матвеев. Виталий. Артем Лукашенко, скрипка. Спасибо. После небольшого перерыва мы продолжим. Спасибо. Сначала мы
написали композицию, назвали ее «Мечта западного побережья». Потом мы все-таки объехали все западное побережье Америки с гастролями. И потом вспомнили, что мы, в принципе, сами западного побережья, на западном побережье Байкала, что даже гораздо лучше, мне кажется. И наша композиция следующая называется «Мечта западного побережья».
Писали для кинофильма «Граф Монтенегро». Сейчас мы сыграем еще одну мелодию, которую написали для кинофильма. Этот сериал назывался «Курьерские особые важности». Режиссер Олег Фомин. И мелодия называется «Сибирская танго». Thank you.
Спасибо. Юрий Матвеевич. Артем Якушенко. Еще раз скажу, что сегодня последний день лета. Следующая композиция называется «Океанский бриз». Thank you.
большое спасибо. Юрий Матвеевич, пусть солидуем. Ну, в общем-то, наш концерт подошел к концу. Сегодня мы очень рады видеть вас, очень были счастливы играть для вас. Еще раз поздравляем. Не знаю, можно ли поздравить с окончанием лета или... В принципе, лета и не было, поэтому ничего страшного. В Сибири-то было. В Сибири было, мы съездили, погрелись в Сибирь. Приехали на родину, выступили на Байкале. Так вот получилось, что теперь туда греться ездим. В заключение мы хотим сыграть композицию посвящения музыке великого американского гитариста Джимми Хендрикса, мистер Джимми.
Спасибо. Thank you.
Спасибо. Юрий Матвеев. Артем Ягушенко. Спасибо большое. Всем счастья, любви и всего самого хорошего. Спасибо.